Единственный в России музей компьютеров открылся в Волгограде. Уникальная экспозиция насчитывает свыше 300 экспонатов, не считая книг и брошюр. Здесь можно воочию проследить, до чего техника дошла. Автор музея – волгоградский инженер-строитель, он же его директор и экскурсовод, собрал масштабную коллекцию всего за 4 года. Вот это то, с чего началось. Все эти айфоны, айбуки и прочие гаджеты. Причем старался подбирать то, что интересное по годам, знаковое в истории развития компьютеров. Ну, и просто интересные машины, которые действительно есть на что посмотреть. И действительно, такую компьютерную технику можно увидеть разве что в голливудских фильмах 80-х годов. Первый ноутбук. Вес 16 килограмм. К нему еще были запасные батареи, тоже в чемодане. Он закрывался. Сзади ручка, и как чемодан его переносишь. То есть ноутбук. Повезло и любителям яблока. В музее собраны несколько моделей компьютеров от культовой компании Apple. Например, Apple III. Компьютер, который чуть не погубил фирму Apple, потому что айфончиков могло уже и не быть. Оказался очень неудачный, хотя в проектировании участвовал Стив Джобс, и перегревался при работе. Их понесли обратно. Многие вспомнят советские гаджеты. Игровые приставки родом из детства, калькуляторы, электроника и даже первый серийный компьютер «Агат», который, кстати, собирали в Волжском. Это был монитор «Юность», телевизор «Юность». Их переделывали под компьютеры, вешали бирочку «Агат», а так по-хорошему телевизор. Проследить развитие портативных ПК можно в разделе «История ноутбуков». Защищенный ноутбук. Можно уронить на пол, можно кинуть, он будет работать. Прародители компьютеров, деревянные счеты и ручные арифмометры занимают в музее особое место. Их можно даже потрогать. И, допустим, 2 умножить на 2. Вот вы ставили, допустим, 2. Умножить, сколько раз крутите ручку. Раз, два. Получаете 4. Можно складывать, вычитать, умножать, по-моему, так делить. Вся представленная техника отнюдь не рухлядь чердака айтишника. Большая часть экспонатов до сих пор находится в рабочем состоянии. Пока что здесь только показывают и рассказывают, однако создатели экспозиции уверяют, скоро посетители единственного в России музея компьютеров смогут проверить раритетные гаджеты в работе. Анна Рублева, Петр Лукашин, vn.ru.